Для субботы на Цнянском водохранилище достаточно многолюдно. А все потому, что маржи столицы открывают зимний купальный сезон. И мы не исключение. С 16 года как вид спорта в Беларуси зарегистрирован зимние виды плавания, поэтому и участвовал в соревнованиях. А по выходным просто приходим поддерживать здоровый образ жизни, вот этот вот позитив, вот этот вот настрой, который очень, ну, дорого стоит. Когда мы опускаемся в воду, мы должны успокоить свое дыхание. Когда дыхание спокойно, мы можем окунаться с головой. Всем рекомендую окунание с головой для того, чтобы не было проблем с давлением. Чтобы у нас температура была и не было такого напряжения на сосуды. Выдох всегда под водой. Делаем спокойный вдох и выдох под воду. Значит, сейчас происходит такой выброс энергии, и мы чувствуем адреналин. Сейчас у нас включаются надпочечники, вырабатываются гормоны, и это гормоны естественного омоложения, естественного оздоровления. Это естественная таблетка. Как ваши ощущения? Что чувствуете? Ну, вообще приятное покалывание. Такое, вообще контраст баня прорубь, это вообще замечательно. А сколько лет вы уже занимаетесь моржеванием? Вот голова совсем седой, но морж я вообще-то молодой. Ну что, да Снегурочка, ничего. Да? Ну как, тяжело дышать, правда, да? Бодрит сейчас. Например, меня переполняют эмоции, так прям чувствуешь свое тело. Как вот, что вы чувствуете? Мы с вами в одно время сейчас окунулись. Расскажите о своих эмоциях. Ой, эмоции самые, что ни на есть, положительные. Всем рекомендую. При окунании в воду температура тела поднимается до 40 градусов. Если болезнетворные бактерии присутствуют в организме, данные бактерии имеют свойство погибнуть. Всем бактериям говорим нет, правильно? Вы знаете, около 3 лет занимаюсь закаливанием. Прям контрастный душ, холодные ванны, конкретно моржеванием почти полгода. Во-первых, дает окружение. То есть на самом деле я нахожусь в окружении сильных духом людей и стараюсь соответствовать. Но во-вторых, как ни крути, закаливание, моржевание уже медицинский и научно доказанный факт, что очень положительно влияет на организм человека, на сосудистую систему, на все другие органы. Поэтому спустя полгода я уже начинаю это ощущать. Ну а люди, которые у нас занимаются в клубе там по 10, по 15 лет, то я даже боюсь представить, насколько они... Ух! Зашел в прорубь, было 34 года, выхожу 30. Это ли не мистика? Ну что, Минск Новости снова все пробует на себе, и нам ничего не страшно.